Всем привет! Сегодня снимаем для вас очередной влог. Спасибо вам большое, кстати, за комментарии. Я очень рада, что вам понравился предыдущий мой влог. Я не ожидала, если честно, таких отзывов. И поэтому решили снимать снова наш выходной влог. Не знаю, будет он одного дня или нескольких. Но, в общем, будем снимать для вас. Погода сегодня шикарная. Начинается наш влог с пятницы. Я забрала уже Максима со школы, и мы гуляем, пока погода хорошая. Матвей пока спит. И мы зашли в магазин, купили кое-что из продуктов и купили журнал. Я купила себе Аллюру. Ежемесячно покупаю этот журнал. Мне очень нравится. А Максим купил себе тачки. Ему тоже нравится. Он собирает коллекцию этих журналов. Так что будем дальше, в общем, пока гулять. Буду вам показывать немножко. Нам в журнале что попалось в этот раз? В этот раз попался у меня вот набор водителя. В общем, это... Вот такой вот брелок с ключами. Давай откроем, посмотрим, что это такое. Ну, брелок похоже как-то. От сигнализации, да? Ключами. Да. Но ключи у меня есть настоящие, я их прицеплю. Открывай. Держи. Ну вот даже если потрогать кнопку, она по-настоящему туда. Да, ну дай посмотреть. Ух ты, это даже как у настоящей машины открывается через зажигание. Ключ зажигания сами. Заводишь машину. Здесь вот видишь замок, это закрыто. Это какие-то, не знаю, настройки. Не знаю, что это. Здесь что у нас? Тоже какая-то кнопка машины. И что, и три ключа. Это что подкрывалось багажник. Вот это у тебя, наверное, ключ зажигания, да? Угу. Раз, вот так вот. И, ну, как бы, я якобы в машину заводишь этим ключом. А вот эти, наверное, разные от дверей, либо от багажника. Ну, мама не садилась в машину. Я не знаю, чем ключи надо. Не трогала. А ты трогал? Да, я управлял. Да. Кстати, смотрите, какая у нас классная площадка. Я не полезу, но да, такую погоду в самый раз. Такой как будто крепость, пушки. Очень интересно сделано. Как обычно, детвора верещит. Ну, и такие вот ключики разноцветные. Ну, вот тоже ключ. Да? Да, это ключ. Но это и есть ключ. Вот. Подвигаешь, вот он выходит. Ну, кольцо тут тоже. Ну, не пластмассовое кольцо. Ну, кольцо. Не снимается кольцо. Ну, а я вот, как обычно, купила уже ноябрьский Аллюр. Покупаю каждый месяц, уже говорил, очень нравится. Постоянно, не постоянно, но частенько бывает, что какие-то есть в нем пробнички. Так что дом почитаем, откроем. Потом еще погуляем, будем делать уроки, чтобы на выходных нам не оставлять. Да? Угу. Что еще там можешь рассказать? Кстати, через два дня у меня будет день рождения. Какого числа? 19 октября. И сколько тебе будет? 8 лет. И что ты хочешь себе на день рождения? А? Что ты хочешь себе на день рождения? Хочу друзей. Вот это мой главный подарок. Друзей? Да. Нет, а из подарков что ты хочешь? Да? Да. Ну? Что ты хочешь с подарков? Корабли попускать в пруду. Пруду? В каком пруду? Ну, дачу. Так, а еще? Сейчас посмотрим. Оружие. Еще оружие? У тебя же есть пистолет и ружье. Какое ты еще оружие хочешь? Ружье. Да. Оружие. Для войнушки? Да. Да? Что-то типа каски. Ага. Ну или, значит, там головной убор еще. Ну, тебе для игры в войнушку нужно?
Но не только. Еще. Все? Это твои все желания, которые ты хочешь из игрушек? Ну, пятерок это только от тебя зависит. День рождения тебе в этом не поможет. Ну ладно, пошли мы, в общем, в магазин. Будем гулять дальше. Деревья. А, мой головной убор – дерево. Прощание с другом. Берестов. Он сбежал у меня на глазах. Я его провожаю в слезах. Мы с ежом замечательно жили. Уважали друг дружку, дружили. Позволял он потрогать брюшко. Из ладошки лизал молоко. У него была милая рожица. Не любил он колодца и ежица. Но открытой оставили дверь. И сердит и бежит он теперь. Как чужой, и шипит он и колется. Проводил я его до околицы. И в колючей траве он исчез. И в дремучей отправился лес. Молодец! Аплодисменты! Максим проголодался. Мы сегодня после школы еще не заходили домой. Сразу пошли гулять. А сегодня было сколько? 5 уроков. А сколько времени? Времени я даже не знаю, сколько уже. Наверное, 16:00. В общем, купили себе круассанчик. У меня тоже есть. Я сейчас тоже потрескаю. Наверное, домой пойдем, да, Максюш? Нет, еще гулять будем? Да. Матвейка спит пока. В общем, пока Матвей спит. Все еще спит. Да, пока Матвей спит, мы пока гуляем. Как проснется, пойдем домой. Ну, если не замерзнем. Да? Кстати, вот эти круассанчики очень вкусные, шоколадные. И со сливочным еще начинкой мне нравится. С клубничной не очень. Вот шоколадные классные. Жуем. Кстати, мы на дворе нашей школы. У меня нос красный. Я все время, когда замерзаю, у меня красный нос. В общем, погода сегодня, конечно, вообще великолепная. Нас осень еще радует солнышком. Вон она светит. Но уже заходит. Солнышко очень быстро садится. Поэтому... Гулять остается меньше. Да. Так что пока гуляем. Были бы на улице, еще спал бы, да, Матюш? А домой зайдешь, пока один лифт откроется, пока двери пропищат. Да, скажи, я тут и красная Уся. Да? Вот кому интересны новые ключики. Да? Матвей. Дзинь-дзинь-дзинь. Звенят. Что ты полез? Куда полез? Максим дал ключи поиграть. Ура! Своим игрушкам. Суперовым. Да? Самые классные игрушки. Где лошадка? Где Игого? Где Игого? Лошадка там.
В общем, мы перешли с прогулки, уже пообедали и немножко решили отдохнуть после обеда. Максим у нас объелся, да так что живот болит, поэтому лежит, пока он отдыхает. Вот, и потом будем делать уроки. Мы решили делать уроки по пятницам, потому что выходные дни, честно сказать, мне уже не хочется садиться за уроки. Ну, было и пару раз такое, что делали выходные, но я поняла, что выходные нельзя оставлять уроки. Их лучше сделать в пятницу и, как говорится, забыть об этом. Поэтому сейчас отдохнем, сделаем уроки и уже в выходные будем отдыхать. Также у нас как бы такая договоренность с сыном, Максим, потише, такая договоренность с сыном, как бы мы решили, что мы в выходные дни будем что-то печь, то есть прошлые выходные у нас это были печенье и слоеные розочки с яблоком, а в эти выходные мы хотим испечь ватрушки, поэтому мы нашли магазин, купили творог и, наверное, завтра мы будем печь ватрушки. Рецепт на моем канале есть уже, если кто не видел, я оставлю внизу ссылочку, посмотрите. Очень легкий рецепт, у меня, как обычно, все легко и просто и доступно. Вот, и сейчас я вам хочу показать немножко журнал «Алюр», что в нем, ну так, полистать немножко. Так, вот он, ноябрьский «Алюр». Я эти журналы покупаю уже очень-очень давно и стараюсь не пропускать ни одного месяца. Мне очень нравится этот журнал, наверное, из всех, которые представлены на сейчас в наших магазинах, наверное, это такой более содержательный, что ли, и в нем мало очень рекламы, и в нем, так скажем, по факту все написано. То есть, если взять предыдущие, которые я раньше покупала, Cosmopolitan или различные, ну, такие какие-то журналы, в них сейчас очень много рекламы. В них мало толкового, что можно почитать. То есть вот это вот более-менее единственный журнал, который мне нравится. В прошлом, в октябрьском номере «Алюр» был вот такой пробник от «Шанель». Это тушь «Volume de Chanel». У меня уже были такие в предыдущих каких-то журналах еще, типа «Космополитен», по-моему, я покупала. Даже специально брала несколько журналов, чтобы у меня был пробничек. Но, честно скажу, что-то меня она не очень вдохновила. И она очень много набирает на себя продукта. Вот это мне не очень, конечно, понравилось. Поэтому, ну не знаю, буду, в общем, как-то смотреть еще, тестить. Почему-то меня не фокусирует. Вот. Буду еще пробовать, но не скажу, что пока я в восторге от нее. Возможно, нужно дать время этой туши немножко разойтись. В общем, не знаю, попробую. Вот в октябрьском еще такой пробничек мне попался. А в ноябрьском, что здесь? Очень интересный, неудобно очень, свет падает. Очень интересный макияж. Мне довольно-таки так нравится. Что по содержанию? Ну, естественно, реклама парфюма, конечно, она здесь везде, наверное, во всех журналах. Как обычно, тренд этой осени. Темная помада. Но я все листать, конечно, по страничке вам не буду. Вот здесь какие-то мероприятия. Угу, знакомые люди. Мария Вэй. Мне надо здесь нравится смотреть макияжи. Иногда я подсматриваю какие-то интересные. Также интересны продукты месяца, которые здесь частенько. По-моему, в каждом номере бывает какой-то один продукт, они тестируют. Ну, точнее, не один продукт, а один продукт именно для глаз, но некоторых фирм сразу смотрят, проверяют, как чего. Также про какие-то новинки здесь можно найти. Вот, юный читатель. Матюша, подожди, сыночек, дай... Зайчик, не рви, я еще не читала его, зайка. Я его еще не читала, подожди. Вот эту вот возьми брошюрку, вот возьми эту бумажку. Какая-то брошюрка здесь по поводу диагностики рака груди. Я не знаю. Типа того, что проверьтесь. Также есть гороскоп, также несколько образов. Гардероб. И вот
про ароматы написано, нужно будет почитать, очень интересно. Макияж, ага, средства. Мне нравится то, что здесь про уходовые средства очень много написано. Я, кстати, в одной статье здесь из Allure какого-то очередного номера узнала. Сыночка, ну подожди. Из Матюшечка, из какого-то одного номера я узнала, как правильно, какие этапы очищения кожи нужно проводить. В общем, девочки, вы поняли, номер этот буду читать. Вот так вот мы недовольны и сидим, если нам что-то запрещает мама и не дает. На. В общем, стал, знаете, как прям пищать, чуть ли не топочет ногами, если ему что-то не разрешаю, если он куда-то идет целенаправленно, а я его забираю или разворачиваю обратно, либо он уже что-то взял, но я понимаю, что это взять нельзя ему, и я у него забираю, и опять начинаются вот такие вот истерики, он начинает показывать уже свой характер. Так что у нас тут все серьезно. Привет, ребята, сегодня суббота, это второй день влога. Утро у нас сегодня началось 7:30 утра. Матвей немножко дал нам подольше поспать. Обычно он просыпается где-то 6:30-7. Сегодня вот на полчасика попозже проснулся, и поэтому мы чуть-чуть подольше поспали. Естественно, позавтракали, собрались. Сейчас уже Максима отвели мы на танцы, и мы с Матвеем идем за питанием на молочную кухню забирать его молочку. Матвей уже спит, и сейчас попозже покажу, что вам получили. Вон там, видите, вот эти трубы. Раньше, я помню, еще когда училась в школе, эти трубы наоборот. Ну, точнее, они были, да, раньше так вот на верху подняты. Но потом их убрали, и они были заколпаны под землей. И почему-то сейчас решили их снова вернуть, теплотрассу вести все над землей. Не знаю, мне это, конечно, очень не нравится. Вот эти трубы портят всю картину. Ну и вообще как-то, мне кажется, это небезопасно. Дети постоянно будут лазить по этим трубам. Вот, погода сегодня, ну, как-то так. Не очень сказать, что тепло, прохладненько. Немножко ветрено. Вчера было все-таки солнце, и было немножко потеплее. Мальчишки вон играют в футбол. Кстати, вот здесь вот на школьной площадке постоянно ребята играют в футбол. Здесь разные группы собираются, очень много. И причем играют всегда. И зимой, и в дождь, и в холод, и, в общем, им, знаете, такая погода нипочем. Спортсмены играют все время. Молодцы, конечно, я все время смотрю и поражаюсь. Вот смотрите, вот такую получаем агушу, двоечку, смесь, три штучки, и вот такой вот творожок крепыш. Он 6+, здесь 50 грамм, они очень маленькие. Вот получаем каждую неделю три смеси и три творожка. И раз в месяц мы получаем полностью все питание. Это пюре, каши и молочную смесь. Мы сейчас получили уже всю молочку, показала я вам. И сейчас, наверное, пойдем в магазин сходим, либо просто погуляем, а потом сходим в магазин откупить кое-какие продукты и придем домой, будем готовить ватрушки. Кто проснулся? Кто проснулся? Сейчас как раз уже пора за Максюшкой идти. Да? Идем за Максиком? Да. Давай, Сосо. Давай. Давай. Не хочешь? Ты не хочешь Сосо давать? У кого были такие голубятни, кто помнит. У нас раньше их очень много стояло. Теперь вот осталась у нас одна такая в районе. Кто-то держит голубей почтовых, видимо. Или обычных голубей, не знаю. У них прогулка. Все белые такие красивые. Она сидит. Мы, кстати, когда маленькие были в деревне, у нас тоже была такая голубятня. И у меня дядя держал голубей.
А на школьном дворе, вот мы уже пришли за Максимкой, еще до сих пор цветут бархатцы. И я все время забываю, как называются эти цветы фиолетовые. Они бывают разных цветов. Здесь вот розовые. Честно, я что-то забываю все время, как они называются. Девочки, подскажите, пожалуйста, в комментариях, как называются эти цветы. Здесь вот уже бархатцы засохли. Но все равно долго стоят. В общем, вот так вот. Пока еще благо зеленая травка. Еще пока так приятно находиться на улице. Так что пока гуляем. Пока позволяет погода. Может быть, в этом году повезет и осенью не будет дождей, будет сухая осень. Это, конечно, будет очень здорово. А в этой, кстати, школе училась я. А теперь сюда ходит заниматься на танцы мой сын. Прикольно. Сейчас самая пора, когда начинает боярышник плодоносить. Тут уже у него такие прям ягоды спелые висят. У нас на даче есть два огромных куста, и боярышник очень-очень крупный. Мы его уже собираем. Я даже давала Матвею уже кушать. Вот единственное, только не было бы там косточек в нем. Вот видите, какой крупный. Прям большой-большой. А рядышком вот мелкий. У нас на даче крупный как раз боярышник. И вот если бы не было косточек, их можно было бы вообще щелкать как семечки. На самом деле очень вкусные ягодки и полезные, поэтому кожурку я снимала с них, с ягод. Вытаскивала косточки, давала Матвею, он с удовольствием кушал. Очень, кстати, сладкая ягода, если кто не пробовал, обязательно попробуйте. Такая красота. Очень красиво. Где он тут сидит, мурлычет? Чего там, ягодки, листочки? Давай сос, Матюш, давай. Не хочет. Он когда хочет, он спокойно отдает сосу, уплевывает ее. А сейчас не хочет. Ты не хочешь сос отдавать? Нет. Что там, листики? Да? Листочки. Да. Сейчас еще чуть-чуть и уже закончится танцы у Максима. Мы немножко рано пришли. В школе не хочется сидеть. Поэтому пошли на улицу еще погулять. Ой. Матюнька. Матюн. Матюша. Матюша. Ладно. Ждем Максима. Да. Мы встретили Максима Станцев. И у нас вот какая, не сказать, беда, но, в общем, неприятность. У нас, я последнее время заметила, у Максима из носа часто стала идти кровь. То есть бывает, он либо какие-то резкие движения сделает, либо, не знаю, может быть, сильно перенервничает, и у него прям начинает литься из носа кровь, долго не может остановиться. И у нас было такое вот на неделе дома, и сейчас как раз я пришла, и вышел тренер и сказал, что вот тоже сейчас полурока, у него шла кровь из носа. Наверное, все-таки слабые сосуды, поэтому идет кровь. Я хотела у вас спросить совет, если среди моих подписчиков есть мамы, да, у кого детки тоже страдают, ну, вот такой вот не болезнью, неприятностью, посоветуйте, что делать. Я понимаю, что нужно идти к лору и смотреть, и спрашивать, конечно, лечение у врача. Дело в том, что я сама вместе с сестрой все детство мы в школе просидели практически в медицинском кабинете, потому что тоже очень часто шла кровь из носа. Это, нам сказали, были слабые сосуды.
У меня вроде как более-менее прошло, но, по-моему, мне кажется, я пила какие-то таблетки для укрепления сосудов, а сестре прижигали. А сестре прижигали нос, и, в общем, я не знаю, что делать. В общем, мы, наверное, на днях все-таки постараемся успеть как-то сходить к лору, и чтобы она назначила какое-то лечение. Но если у вас есть что-то подобное, и вы с этим сталкивались, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, как можно с этим бороться и что нужно с этим сделать. У нас какая-то суббота получается как день сурка. Все повторяется. Привели на танцы, погуляли, отвели на танцы. В общем, сегодня суббота, никаких планов таких грандиозных у нас нету. В планах приготовить что-нибудь покушать, сделать все не ватрушки, я уже говорила. Ну и так, в общем, отдыхать. А завтра у нас папа будет дома, и завтра, наверное, мы проведем уже полностью. Такой у нас семейный будет день. Может быть, куда-нибудь сходим погулять в какой-то парк или, не знаю, может, какой-то интересный площадки посмотрим. Да. У нас новый район здесь строится, и там очень классные площадки на нем. Поэтому, может быть, туда завтра сходим. Ну, посмотрим, какая погода будет. Так что сейчас мы будем гулять? А? Да. Чего? Да. В общем, сейчас мы погуляем, и потом пойдем домой. Уже как раз время подойдет к обеду, надо будет идти кушать. Ждет. Сегодня прохладно, да, чем вчера? Ну да. Сегодня ветер такой. Да. Сейчас этой палкой себе зарядишь. Улетели. Ой, я радовался. Все, улетели листики. Пришли, в общем, мы домой. Максимка сейчас будет обедать. Я что-то обедать пока, честно сказать, не хочу. Я буду пить чай с тортиком. Нет, Максюш, надо пообедать, потому что время уже 3, а ты завтракал в 9. Надо подкрепиться. Сзади вон стоят орхидеи. Вот это, кстати, уже цвела. Сиреневая цвела очень-очень долго. Вот только недавно скинула все букеты. Но дала уже стрелу новую. Вот. Вот это белое тоже вот там вот дала стрелу. А здесь стоит лучок, который Максимка вырастил в школе. Они посадили в школе лук. Принес домой. И вот мы уже один раз сорвали перышки лука. В салатик добавляли. И вот он уже дал вторые стрелки лука. Так что пока обедаем, кушаем, отдыхаем. Матюшка пока спит. А потом попозже займемся ватрушками. Вот вам ватрушки показываю поближе. В этот раз получилось гораздо больше, чем в прошлый раз у нас было печенье. Сделала вот такие вот маленькие, не стала делать большие. Обычно я делаю такие кругленькие и получается как покупные. Но в этот раз мне захотелось сделать что-то наподобие корзиночек. В общем, вот так вот все выглядит. Даже еще осталось тесто на один рогалик. Он без начинки. Просто решила использовать тесто, чтобы не выбрасывать. Так что в эти выходные у нас вот такие вот ватрушки сладкие. Ну что, подошел наш день к концу. Это уже второй день нашего влога. И я буду заканчивать его на этой ноте. На этой вкусной ноте, потому что, как вы видите, сзади стоят ватрушки, которые мы уже напекли. Запах по квартире стоит просто превосходный. Пахнет творогом, пахнет выпечкой свежей. Я это очень люблю. Так что время уже 8 часов. Буду накрывать на стол, скоро приедет муж с работы. И будем, в общем, пить кто чай, кто молоко с ватрушками. Спасибо, что посмотрели этот влог, смотрели наши выходные очередные. Буду рада, если вы снова напишите мне что-нибудь в комментариях. С удовольствием с вами пообщаемся. Я благодарю вас всех за просмотр. Желаю вам хорошего настроения, хороших выходных. Если, конечно, это видео у меня выйдет в выходной день. Ну да ладно. В общем, всем хорошего настроения. И всех люблю.
Пока-пока. Давай еще сделаем.